Какие услуги предоставляет Пенсионный фонд России и как перейти на электронные трудовые книжки? Задать вопросы на эти темы можно будет управляющему отделением ПФР по Магаданской области в прямом эфире в Инстаграм в четверг, 5 ноября. С 13:30 до 14 часов любой желающий сможет задать свой вопрос управляющему по темам переход на электронные трудовые книжки и получение услуг Пенсионного фонда тем или иным способом. Поэтому мы приглашаем всех принять участие в эфире, задавать свои вопросы. Если магаданцы уже сформулировали свои вопросы, их можно направить заранее через директ Инстаграма pfr.magданская область с 26 октября по 3 ноября.